Աշնանային տարածված վարակների պատճառով Վրաստանի կառավարությունը սկսում է ամենամյա պատվաստումների նախագիծը։ Ծրագիրը սկսվելու է հոկտեմբերի 15-ից, որն ունի իր հատուկ շահառուները։ Նախագծի մասին մանրամասնում է Ախալքի առողջապահության կենտրոնի տնօրեն Սիրանուշ Տոնականյանը։ Вакцинация началась с 15 октября. В Грузии получили 200 тысяч доз, но мы получили 300 доз. Прививкой лучше прививать осенью, до начала сезона гриппа, который наступает зимой. И эта вакцинация проводится только в том случае, если человек еще не болен вирусной инфекцией, заболеваниями. И в первую очередь мы будем вакцинировать тех людей, которые входят в группу риска, в смысле ВИЧ-инфицированные, там, сахарный диабет, медперсонал, больные на диализе и больные с гепатитом С. Мы получили 300 доз и это отдали всех этим медсестрам и в больнице. И все, кто хотят вакцинироваться, могут вакцинировать бесплатно, но те лица, которые подходят к риск-группам. Այն մարդիկ, ովքեր չեն գտնվում թիրախմբում, սակայն ցանկանում են պատվաստվել, կարող են գնալ Թբիլիսի և այնտեղ վճարովի պատվաստվել։ Տեղում չեն կարող, քանի որ Ախաքալաքի հանրային առողջապահության կենտրոնը իրականացնում է միայն անվճար ծառայություն։ Пока они должны вакцинироваться платно. У нас всё бесплатно. Даже если человек вот живёт в хоспе, то хочет вакцинироваться в Ахалкалаке или в других медпунктах, обязательно может вакцинироваться, но опять-таки бесплатно. Սիրանուշ Տոնականյանի հետ նաև խոսեցին Ախալքում կորոնավարակի ցուցանիշի մասին. Коронавирус в Грузии уже стал респираторной инфекцией. У страны есть ресурсы для дальнейшего снижения случаев заболевания и смертности, но население должно вакцинироваться и вовремя обращаться к врачу. Вот хочу, чтобы население знало, что единичные вот случаи смерти COVID-19 почти всегда приходились на пациентов, которые поздно сдали анализы, поздно обращались к врачу и, соответственно, поздно начали лечение. И, ну, COVID-19 по-разному влияет на разных людей. У большинства инфицированных людей протекает бессимптомно, там легкой и средней тяжести, степени тяжести. И они выздоравливают без госпитализации. И сейчас у нас, вот если человек болен, уже изоляция мы не делаем. Если этот средней легкой степени, он должен остаться дома 5 дней, а в тяжелых случаях 10 дней. А вот лица, контактировавшие инфицированными, рекомендуется 10 дней носить маски. Նշենք, որ Ախալքի առողջապահության կենտրոնը հետևողական է վարակի տարածման հարցում և այդ ուղղությամբ պարբերական աշխատանքներ է իրականացնում։ Քրիստինա Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։